Всем привет, с вами ребята, и сегодня я продолжаю играть на Вайм Ворлде, и это как бы обновление лобби, да. Как видите, вот такое красивое лобби, мне оно очень нравится, надеюсь, вам тоже, потому что лобби очень крутое, да. Реально, то есть я такого лобби от Вайм Ворлда не ожидал, как видите, здесь даже используются картинки, то есть из лаунчера, да, вот эти картинки всякие, да. Так, у меня немножко подлагивает, ребят, извиняюсь, да, вот так вот будет лучше. В принципе, ребята, давайте начнем, да, в принципе, окей, поиграю, ребята, сегодня в дуэли. И, в принципе, окей, да, поиграю, как я уже сказал, в дуэли, да, сегодня обновление лобби, такой будет ролик, да. Надеюсь, он тоже неплохо зайдет, да, не как вот ролик по Скайварсу, часть 4, вот эта, которая была, да. Потому что тот ролик как-то вообще не зашел, да. Теперь, кстати, ролики будут 1080p. Что? Как он меня убил? Я, ладно, я помолчу. То есть, дело в том, то, что, как бы... Блин, куда я зашел? Дело в том, то, что лобби наконец-то обновили спустя несколько месяцев. Я очень этому рад. Да, и также... Я хотел сказать про качество 480p, да? 480p, блин. А, 1080p, блин. Я путаю просто уже, блин, да. Full HD, то есть это качество, да. У меня было 720p, да, теперь будет 1080p, да. И, ребята, в принципе, окей, я просто сейчас опять переснимаю, да, потому что я не привык снимать, да, я что-то на Skyward постоянно захожу по привычке. Да, я просто реально как бы переснимаю, поэтому сейчас я запоминаюсь опять же, да. В принципе, окей. Так, я в принципе не буду сейчас никуда в группу, да, приглашаться, потому что я как бы снимаю, да. И в принципе, окей, да. Так, ага, я могу сделать вот так вот. Окей, да. Так, чувак, окей. Сейчас тебя пытаюсь убить. Да. И... Окей, да. Напишите в комментариях, да. Обязательно напишите в комментариях, да, если кто-то новый смотрит или нет, да. Напишите в комментариях, понравилось вам лобби, да, новое лобби, потому что мне оно очень понравилось, как видите, вот такое вот лобби. Здесь, кстати, появились эти самые... Ну, то есть, помните, были эльфы, теперь надо искать ульи, да. 13 штук надо найти, да. И, в принципе, окей, да. Давайте поиграю в лоб, да, почему бы, в принципе, и нет, да. И как-то так, да. Да. Просто сейчас, ребята, утро, да. Кстати, я забыл поздравить вас с Пасхой, да. Как бы извиняюсь, да, с Пасхой, да. Так, окей. Блин, меня в гильдию еще приглашают, блин, капец. Так, окей. Сейчас я попытаюсь этого чувака сначала убить. Так. Окей, вот этого я реально не ожидал, то, что меня кто-то в гильдию собирается приглашать. Так, окей, так, в принципе, вот так вот сделаю, сейчас покушаю, да. Блин, окей, меня поджег. Мне надо какой-то суспак следующий сей сделать, чтобы огня не было видно. А то так неудобно, да. Блин, я сейчас, наверное, умру, да, я умер. В принципе, ребята, окей, да, в принципе, ребята, увидимся в следующем раунде. В принципе, ребята, окей, я продолжаю и попытаюсь сейчас убить чувака, да. Так, окей. Так, окей, сейчас я попытаюсь, ребята, его убить. Блин, вот меня, блин, все убивали, я, короче, просто не разминался, я как-то даже и не стараюсь его убить. Да. В принципе, окей. Я как бы сейчас попытаюсь затащить, да. И, в принципе, даже не знаю, я как-то, ребят, разучился снимать ролики, поэтому надо ролики снимать хотя бы раз в 2 дня, да, раз в день пытаться снимать, чтобы, ну, чтобы привыкнуть опять комментировать. А то я, блин, даже, вот я, блин, в первый раз, когда сейчас снимал, у меня все хорошо было, но у меня опять не записалось, потому что я забыл, как у меня... Вот это что было сейчас? Вот как это назвать? Вот это миллион ударов. Это пинг? Ну, может быть, я не знаю, да.
В принципе, ребята, да, я не вижу смысла задерживать этот ролик, как-то большим его делать, я поиграю, давайте еще, давайте я поиграю в УХК два раунда, и, в принципе, на этом, наверное, закончу, да. Блин, я чуть не упал, капец. Да, в принципе, ребята, пишите в комментариях, понравилось вам лобби или нет, я вам, если это еще не сказал, потому что я... Уже снимаю второй раз, поэтому я могу... Я уже запутался, да. По-моему, я это уже говорил. Или нет. Я это говорил или в первый раз, когда ролик снимал, или уже говорил. Но в любом случае, ребята, напишите обязательно в комментариях, да. Меня опять убили. Я сейчас, естественно, попытаюсь затащить, да. И все будет как надо, да. В принципе, окей. Сейчас я реально покажу, как я умею пвпкаться. Да, все будет как надо. Так, блин, да, боже, чувак, давай, нет, чувак, давай ПВП, блин, капец, блин, вот мне вот это бесит на самом деле, вот когда так делают, блин. Короче, ребят, в принципе, увидимся в следующем раунде. В принципе, ребята, окей, давайте сыграем последний раунд, да, поиграю я в классик 1 на 1, да, вместо УХК. И это у нас последний, как я уже сказал, раунд. В принципе, ребята, окей, да. Подпишитесь на канал, да, как бы, если вы в первый раз, да, тут я проиграл, окей. В принципе, я уже не собираюсь это никак переснимать, да, этот последний раунд, ребят. Все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, цените видео, и давайте попытаемся набрать там 4-5 лайка, думаю, это будет несложно, да, ну, в принципе, окей, как бы, всем спасибо, пока-пока!